Что такое блокад? Блокад – это течение жизни. Это наш воздух, наш кислород. То, без чего нельзя существовать. И то, без чего существовать, просто не хочется. Блокад – это сила, заставляющая двигаться вперед. Это то, что дает тебе волшебное действие. То, что дает тебе силу развиваться. Переступать через себя, чтобы снова и снова покорять новые вершины. Блокад – это упорная борьба с собой. Это способ доказать, что ты стоишь чего-то большего. Блокад – это не просто слова. Блокад – это команда. Блокад – это семья. Блокад – это...